Березда. До Берестань. Сегодня наша команда хотела бы... Тём, можно телефон дать? На. Хотела бы подарить залу куча... Тём, можно я смс-ки почитаю? Читай. Куча улыбок и много... Тём, можно я в контакт зайду? Да делай, что хочешь! Да. Вас приветствует команда «Говорят без ГМО». Мы за чисто экологический юмор. Итак, для начала, случай на диком-диком западе. Петрович, ты тоже на пенсии? На пенсии. Пошли домой. Представьте, Александр Шапковский после тяжелого рабочего дня. Да, это ж надо было 17-1 проиграть. Хорошо еще, что я после первого тайма ушел, не заметил их как. Так, все, сейчас футбол поиграем на компьютере, так. Хорошо, так. Да что ты судишь, а? Так, жена, ну иди сюда, жена. Да, дорогой. Правда, вратарю в центре поля нельзя в руки мяч брать? Конечно, нельзя. Это ж 15 лет карьеры. Коту под хвост, дай. А у нас миниатюра мачо. Ма! Чё? Всем знакомая ситуация. Назойливый младший брат. Братишка, ты мой любимый. Тихо, я пошутил, я так больше не буду. Я пошутил. Привет, дорогой. Катюшка, привет. Такая хорошая пара. Только давно он тебя на руках не носил? Давно не носил. Ну а руки-то заняты? А у нас случай на сессии. Ну, пожалуйста, ну поставьте мне хотя бы 3. Я все сделаю, я выучу денег там, ремонт дома сделаю. Пожалуйста, поставь. Вот так ты меня на сессию молять будешь. Подожди, я говорю, что я сделал, у меня выиграл. А у нас миниатюрная миниатюра. Смотрим. Ребята, ждите. Слушай, а знаешь, почему Украину не берут в Евросоюз? Почему? Потому что Европа не хочет повторять ошибок после Евро 2012. Это очень смешно, давайте похлопаем. Случай на митинге. Без ГМО! А руки достанет? Представьте, человек, который панически боится птиц. Телек посмотрим. И сегодня забили голы Андрей Воронин. Фу. Андрей Гусев. Фу. Для вас комментировал этот матч Василий Уткин. Максим Галкин. Елена Воробей. И мы берем интервью Михаила Михайловича Поплавского. Поплавский, тот еще дятел. Косметики. Добрый день. Сегодня у нас в ассортиментике есть специальный новый бальзамчик на основе подорожника. Если у вас сбиты коленки, мажем 3 раза в день. Если у вас плохо со зрением, капаем 3 раза в день. Что? Если у вас плохо со слухом, капаем 3 раза в день. Если у вас некрасивая жена, надо было думать раньше. Если у вас нету тети, если у вас тети нет. Что за консультант такой? Я ухожу. Подождите. Также в ассортименте у вас есть железные пластины на живот, которые уберегут вас от любых ударов по животу. Кого ты говоришь из ГМО? Факультета филологии и журналистики Национального Николаевского университета имени Василия Александровича Сухомлинского. Наш конек — это лаконичность.